что, вот она кабачковая пора. Наши летние витаминчики. Сегодня готовим в духовке пиццу. Пиццу из кабачков. Обалденный новый рецепт. Ну что, поехали. Итак, нам понадобится 3 средних кабачка, 3 яйца, 3 помидорки, а также пшеничная мука, большой пучок укропа, 2 зубчика чеснока и специи, соль и черный перец. Все, начинаем в первую очередь натирать через крупную терку наши кабачки. Ну а дальше все сами увидите. Все элементарно и просто. Терка, большая миска и просто вот такими вот легкими движениями натираем наш кабачок. Так, теперь нужно наш перетертый кабачок присолить, чтобы быстрее отошел сок, чтобы кабачок быстрее пустил сок. И мы этот сок должны отжать. Спустя 5 минут после просолки уже видно, что сок пустил. Теперь весь кабачок выжимаем и отправляем в отдельную миску. У меня на канале есть обалденный рецепт из кабачков. Такой рецепт, как кабачковый торт. Я обязательно оставлю вот здесь вот подсказку. Можно будет перейти и посмотреть рецепт. Отправляем в миску с кабачками 3 яйца. Через терку отправляю 2 зубчика чеснока. Можно через чеснокодавку, но мне нравится именно через терку. Укроп нарезаем мелко. И также отправим его в миску к нашим кабачкам. Укроп идеально подходит к этому рецепту. Так что не жалейте, берите большой пучок. Получается очень вкусно. Осталось добавить пшеничную муку и хорошенечко перемешать. Немного приперчу. Хорошенечко все это перемешаем. Отправляем пшеничную муку. Примерно 4 ложки с горкой. И опять хорошенечко перемешиваем. Пока замешиваю кабачковую массу, поставил духовку разогреваться при 180 градусов. 5 минут вполне достаточно, чтобы духовка разогрелась. Обязательно выпекать будем в разогретой духовке. Разъемная у меня форма. Уложил пергамент. Сверху пергамент смазал. Все, и отправляем в нашу форму. Сверху буду украшать помидорками.
И помидорку нарезаем вот такими вот колечками. И красивенько влаживаем по всей нашей кабачковой пицце. И сверху натираем сыр. Берите ваш любимый сыр, не принципиально, какой будет сыр у нас сверху. Все, отправляем в духовку, выпекать буду при 180 градусах примерно 20-25 минут. Ну а теперь давайте попробуем нашу пиццу кабачковую. Реально очень ароматная, ребят. Вот с чесночком, конечно, это вообще бомба. Реально очень шикарное, простое блюдо, ребят. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Всем пока!